Друзья мои, с вами Олег Кошевой, рад вас видеть в новом десятилетии, в 2020 году у себя на лайв-канале. Друзья мои, ну на лайв-канале сейчас видео реже выходит, так как природная тематика почти исчерпана. Грибов сейчас, как вы понимаете, в лесу нету. Ну и поэтому будут различные другие тематики видео. Надеюсь, вам это понравится и вы оцените это лайками. Но сейчас мы возвращаемся в старую тематику. Старую тематику, которая полезна для вас и для меня полезна. Ну, в общем, сегодня у нас посылочки. Посылочки, которые я все заказываю на Новый год, они больше связаны не с подарками, а с полезными вещами. Так что, думаю, кому-то эти вещи будут полезны, кто-то их оценит и, может быть, даже все закажет, потому что сносочки я оставлю в описании на эти предметы. Ну и, конечно же, если вы перейдете, можете их найти, узнать цену. Я выбираю, стараюсь всякие хитрости применять, выискивать старые какие-то, ну как старые, проверенные ресурсы, выискивать дешевые ресурсы, то есть те же самые предметы, которые как бы далеко находятся, но в то же время их можно приобрести дешево. Вот. Обычно поисковик выдает вам этот предмет, вещь, и вы, кажется, вот нашел эту вещь, хватаете ее, а она оказывается по дорогой цене. Ну, и ища на Алиэкспрессе, например, я эту вещь нахожу более дешевую. Так что давайте, не переключайтесь, смотрим, сегодня будем открывать посылочки. И если вам нравится такая тематика, обязательно пишите в комментариях. И не забывайте, что вы на лайв-канале, основной канал, там другая тематика. А здесь все, что угодно, все, что вашей душе понравится. И, кстати, напишите обязательно комментарий о том, как вам нравится качество вот такое видео или нет, потому что сегодня у нас Новый год 2020, новое качество, новые эксперименты, звук новый, виды новые, так что поехали. Первая посылочка, которая мне пришла с iHerbs, сайт iHerbs, там я заказываю в Америке себе витамины. Вы, наверное, заметили, многие задавали вопросы на своем канале: Олег, что с тобой случилось, ты что заболел, какие-то изменения в тебе произошли, был такой кругляш, а вдруг похудел. Действительно, похудел на 25 килограмм, друзья мои, все попытался. Все испробовал, но нашел систему, которая помогла мне в этом деле, чтобы я смог похудеть. И похудел где-то на 25 килограмм. И сейчас я чувствую вообще шикарно, идеально для своего роста и веса. Я чувствую просто шикарно. Ничем я не заболел, так что не волнуйтесь, друзья. Если вам интересно, я могу отдельный ролик снять о том, как я похудел. Обязательно пишите об этом в комментарии. Ну и одна из систем, которая, одна из частей системы, которая в моем похудании есть, это витамины. Витамины я вот на этом сайте заказываю из Америки в 3 раза, в 4, в 5, в 10 раз дешевле выходит, чем у нас здесь в России. И вот один из витаминов, который я там приобретаю, это омега-3. Омега-3, но это рыбий жир, только рыбий жир не в жидком состоянии, а в капсулах. Вот, например, здесь я покупал за 700 рублей 30 капсул или за 900, а там мне вышло заказать эти же витамины, в общем, в 3 раза дешевле, 300 рублей где-то вышло. Так что давайте посмотрим. Заказал я витамины, мультивитамины для детей из Америки. Там у них они вообще просто продаются, USA, все как положено. Чуть ли не в супермаркетах продаются. У нас же здесь огромные деньги наваривают на этом. Вот, дальше. Для жены я заказал витаминки. Вот. Для мужчины Мега Формен, для себя и для сына витамины. Ну и вот омега-3. Смотрите, какая здоровая посылочка, здоровая бутылька. И в 2 раза дешевле или в 3 раза дешевле, чем здесь у нас в России. Так что, если вы желаете, я ссылочку в описании оставлю, можете перейти, приобрести себе тоже витамины. Шикарная вещь, а вот этот омега-3, он помогает в ускорении обмена веществ. То есть, это единственный витамин, который... в котором мы нуждаемся и который мы не можем приобрести, живя в средней полосе. У нас, ну, средняя полоса, в основном, вся Россия, да, где нету морского воздуха и нету, и мало рыбы морской. Вот, а это заменяет. Очень шикарная вещь. Поехали дальше. Дальше полезные вещи пошли. Полезные вещи, связанные с моим основным каналом. У меня износилась моя старая сумочка для видеокамеры, и я заказал новую в Китае. Вы не поверите, за 300 рублей ее не жалко.
не жалко таскать с собою, ее не жалко грязнить, ее не жалко мочить. Вот такая прекрасная вещь. Отслужила мне верой и правдой 2 сезона. И под дождем. Ну, как бы проверено опытом. Единственное, что слабые ушки для ремня, но я для подвеса, но я ее вешаю вот на этот зацеп, который предназначен для крепления на ремне. Вот такая сумочка, как раз для моей камеры Panasonic 760V. Вот тут открывается карман, ремешок, и может что-то еще дополнительно небольшое положить. Вполне достаточно. У меня была большая сумка. Ну, если вы посмотрите на моем лайв-канале, вы увидите эти сумочки. Была большая сумка, там вообще все влезало. Туда все запихивал с собой, когда шел на коп. Но она тяжелая, она постоянно болталась, неудобно. А эту на ремень повесил, ходишь шикарно. Рекомендую. И дешево. Дальше, ребята. Дальше идет тоже полезная вещь, которую опять же потерял я на основном канале. Потому что это вещь, которую ты все время с собой таскаешь. Вот такая щетка для чистки находок. С одной стороны латуневая щеточка. То есть, почему латуневая? Это считается ювелирная. И ты более бережно можешь почистить монеты. Не стальная, а латуневая должна щеточка. И она стоит всего лишь 70 рублей, ребят, в Китае. А с другой стороны пластиковая щетинка. Но самая фишка этой щетки в том, что есть подвесик такой, который можно куда угодно зацепить, хочешь здесь на кольцо, да, если у вас разгруз, хочешь на ремне, хочешь на рюкзак, то есть она всегда у вас под рукой. Очистить находки, особенно если ты блогер, мне ребята постоянно пишут, надо почистить, покажи, как она выглядит, вот для этого я покупаю щеточки. И приятно всегда видеть, когда находка почищенная. Давайте дальше смотреть. Дальше предмет тоже связанный с моим основным каналом. Ну, я там экспериментирую, различные ракурсы новые придумываю для съемки. И мне ребята посоветовали, подписчики, что пора нормальный штатив взять. Но у меня штатива много, а на осьминога я засматривался давно, ребят. Да вы что, это такая шикарная вещь. Называется осьминог, штатив-осьминог. То есть его можно закрепить где угодно. Хочешь на веточку, хочешь поставил его на землю, да куда угодно. Вот так он выглядит, прорезиненный, вот как хочешь крепишь. Если вы, вам интересно, вы наберите в ютубе, в поисковике запрос «штатив-осьминог», и вы будете потрясены, что с этой штукой можно сделать. Вообще, как угодно его, хочешь на ветку, хочешь на дерево. Вообще, друзья, я давно мечтал. И в Китае подвернулся дешевый вариант. Сносочку опять же дам в описании. Вы посмотрите и зацените. Но к нему я еще отдельно. Можно и так оставить. Но еще одну штучку я заказал для него. Вот она только что пришла. И поэтому сегодня много посылок. Я все ждал. Это видео долго не выходило. Я все ждал, когда последний предмет придет из Китая. Так, это не то. Вот она. Вот она штучечка эта. Она еще лучше дополняет этот штатив осьминог. Это поворотный шарнир для видеокамеры. Сейчас я достану. Вот такой поворотный шарнир. То есть сюда крепишь камеру, и здесь уже можно его влево-вправо наклонять. Вот здесь крепится. И вот так, видите, как угодно он ворочается. То есть для чего он нужен? Накручиваем на этот штатив вот так, и все, и он как поворотный механизм работает. Прикольная вещь, нужная для этого штатива, подходящая. И последний предмет, который пришел мне к Новому году из Китая. Сейчас нет возможности более дорогие вещи заказывать, конечно, облизываюсь на последнюю GoPro. Но, к сожалению, сейчас финансы поют романсы. И поэтому мы довольствуемся вот такими недорогими предметами. Это я заказал вещь, которая должна быть у каждого автолюбителя. Это автосканер. Но автосканер не дешевый.
400 рублей стоит этот автосканер или 600. Можно там найти и дешевле на AliExpress, но это проверенный автосканер, то есть его подключаешь к автомобильному вот этому разъему, и на телефоне ты можешь считать ошибки, которые есть на твоем автомобиле. Китайцы в последнее время обманывают, и с нужной прошивкой вот этот предмет подменяют прошивкой, которая не должна быть, ну, как бы более новой типа, но она хуже считывает ошибки, хуже подходит для других автомобилей. Они визуально вроде подходят, но чипы, которые внутри стоят, разные. И вот это более, как бы, это старый сканер, который, когда китайцы еще делали, они полностью содрали с дорогого сканера, который в Канаде, по-моему, изобрели, автомобильного. И вот эти чипы, они вообще, которые внутри стоят, они похожи на сканеры, которые именно предметов, которые в Канаде, вот этого сканера, который в Канаде изобрели. Потом же они типа решили экспериментировать, решили сделать так, что, друзья, мы свое что-то изобрели и вставили сюда более дешевые чипы. И эти предметы, ну, стали плохо выполнять свою функцию. Если вам более подробно это надо узнать, либо напишите в комментариях, я про это более подробно расскажу, потому что сегодня не подготовился для этого. Прям покажу на своей машине, покажу, как это работает. Либо посмотрите, просто наберите название вот этого LM327 в YouTube, и там есть ролики, где люди рассказывают правду про это устройство, то есть как отличить подделку от настоящего. Вот это настоящее устройство, которое я вам рекомендую. Все, друзья, вот такие подарки, мужские, строгие, полезные для семьи, полезные для моего YouTube канала вещи я сегодня для вас показал. Но если вам эта тематика понравилась, обязательно пишите в комментариях, и я вам буду еще что-то показывать, то, что я заказываю с Китая, именно полезные вещи какие-то, не всякие безделушки, а полезные темы, те вещи, которыми я сам пользуюсь. Ну а так, с вами Олег Кошевой, оценивайте видео лайками, не забывайте подписываться, это потому что это лайв-канал, вот, на основном канале, если вы подписаны, обязательно перейдите на лайв-канал, тоже подпишитесь, ну и если вы не подписаны на основной канал, тоже перейдите на него и там подпишитесь. Я буду снимать новые видео, продолжать, лайв-канал живет, много видео уже здесь есть. С вами Олег Кошевой, увидимся, пока-пока.